Хорошо потренировались. Ой, да, я так устала. Ну что, кто куда? По домам? Ну что, может, в кафе? Эй, осторожней! Прикольно, и сколько колес ты можешь сделать за раз? Да хоть сколько. Тренировка вообще-то уже закончилась. Я как раз иду с тренировки. А вы, кстати, не торопитесь? Может, сходим в кафе? Мы с тобой? А ты не маленькая, чтобы в кафе ходить? Я маленькая? Ой, ну не сердись так. Я не сержусь, просто хотела с вами познакомиться. Какие у нас с такой малявкой могут быть общие темы? Ну, например, черлидинг. Девочки, ну может не надо, может она действительно хочет с нами поговорить? Так пойдем, мы же все равно не собирались идти домой. Почему бы и нет? Так, стоп-стоп. И что? Она будет слушать, а потом все тренеру расскажет. Я тренеру? Да я могила! Вот видите. Так мы тебе и поверили. Чем докажешь? Что? Я умею хранить секреты. Ага. А помните, кто-то в прошлом году сломал в раздевалке скамейку? Ну, допустим. А я знаю, кто это сделал. И кто же это был? Ты. Откуда ты знаешь? Знаю и все. Я же не рассказала тренеру. А помните месяц назад? Что? Слушайте, девочки, чего мы стоим? Пошлите в кафе. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Вероника, ты у нас самая шустрая. Пойди посмотри, что у них есть в меню. Ну она и болтуха. Это точно. А мне нравится. Она такая прикольная. Там есть чай, кофе, лимонад. Кола, фанта, спрайт. Вода, компот, сок. Давай только помедленнее. Но лимонад там есть? Да, но я же сказала, там есть. Лимонад лимона и лимонад апельсиновый. Вода газированная, вода из газа. Кола, чай, кофе. Так, стоп, мы это уже слышали. Давай 7 лимонадов лимон. 8. Я тоже люблю лимонад. Ты уже заказала? Да, сейчас принесут. Ой, девчонки, вы такие классные, с вами так классно дружить. И нам с тобой классно, ты даже не представляешь. О чем болтали? Да так, ни о чем. Да ладно, я же тоже хочу знать, мы же подруги. Давайте расскажем ей, она же не выдаст нас. Конечно, мы же подруги. Ну ладно, мы расскажем. Мы собираемся с девочками на природу, на пикник. Супер, класс, это же так здорово. Но об этом никто не должен знать. Тем более тренер. Я поняла, но почему? Потому что это секрет, тебе же сказали. А, все, поняла, это же секрет. Я люблю секреты. Мы прям точно с вами настоящие подруги. Да уж. И когда вы собираетесь? Через пару дней. Слушайте, а можно с вами? Что? Да нет, конечно. Что ты там будешь делать? То же, что и вы. Отдыхать. Ну, пожалуйста. Может, возьмем? Ну ладно, я не против. А то не возьмем тебя, и ты всем расскажешь. А это идея. Что? Да ладно, подруги друг друга не дают. Ну ладно, вечером сброшу тебе список, что надо взять с собой. Супер, ну ладно, побежала собираться. Да ладно, еще 2 дня до пикника. Тем более только 2 дня. Надо успеть собраться. До встречи, до тренировки, девочки. Пока.
ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.